дело бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, которую арестовали 24 апреля, это атака на клан Шойгу по еще одной линии, поскольку возглавляющий Московскую область губернатор Андрей Воробьев – креатура Сергея Шойгу и входит в его аппаратный клан. Напомним, что Стригункову подозревают в получении взятки в размере 150 миллионов рублей. Следствие узнало о предполагаемой коррупции чиновницы от бывшего замминистра здравоохранения региона Александра Захарова, который также был арестован по обвинению во взяточничестве. В целом, это все напоминает хлопковое дело в Советском Союзе в 80-х годах. Тогда оно началось в Узбекистане, и следствие стало выявлять связи, тянущиеся в верхушку партноменклатуры в Москве. Да так, что Горбачеву пришлось силой его прекращать. В итоге следователи Гдлян и Иванов принимали участие в митингах за свержение власти КПСС. Тем временем Иванов уже обвинен в получении взятки в 1 миллиард рублей от Олимпик Сити Строя, а органы предупредили о расширении круга фигурантов дела. Скорее всего, ниточки потянутся наверх. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Как вы считаете, что происходит прямо сейчас в связи с этими арестами? Сначала Иванова, потом Стригунковой. Происходит какой-то передел собственности или это просто совпадение? Нет, тут не совпадение, конечно. Арест Стригунковой – это удар по Воробьеву, по подмосковному вице-губернатору. А Воробьев – это один из самых близких людей к Шойгу. Я напомню, что до того, как стать министром обороны, Шойгу был губернатором Московской области, и, уходя оттуда на повышение, он оставил вместо себя Воробьева. Нынешний губернатор Воробьев, сын бывшего замминистра по чрезвычайным ситуациям Воробьева, который когда-то в начале 90-х создавал МЧС вместе с Шойгу. То есть это старые, так сказать, старые-старые друзья. То есть это один клан. То есть Шойгу обкладывают со всех сторон, и через Минобороны, и через Московскую область. Вот как это выглядит. Обращает на себя внимание, что этот удар нанесен, два этих удара нанесены в самый ответственный момент, когда принимается такое окончательное решение о судьбе министерских кресел, о судьбе нового правительства, в том числе речь идет и о кресле министра обороны. И, конечно, в свете происходящего, ведь Путин дал на все это, так сказать, добро, да, и то есть надо понимать, что такие вещи без одобрения Путина не происходят. И раз он дал на это добро, это значит, что он, ну то есть у него есть какие-то претензии к Шойгу, и вполне возможно, что они носят достаточно серьезный характер, чтобы у Шойгу не сохранил своего места в правительстве. Сейчас, понимаете, если бы эти скандалы случились там, условно говоря, полгода назад, и Шойгу тогда бы усидел. Сейчас его переназначить было бы проще. Ну, скандалы бы уже подзабылись. А сейчас они, так сказать, свежие, они еще являются новостью. Их все обсуждают, все эти фамилии на слуху. Значит, и поэтому сейчас переназначать Шойгу, ну, так не очень логично. То есть, если ты твердо решил не переназначать Шойгу, ну, тогда зачем ты даешь добро на аресты людей? Ну, борьба с коррупцией, как говорится, не смешите. Это общеизвестно, что коррупция в исполнении того, кого надо, как говорится, вот эта нога у того, у кого надо нога, да, она абсолютно дозволяется, значит, Путиным. Он борется с коррупцией только там, где берут не по чину, там, где берут те, кому он это не дозволял. А вот люди, ну, надо понимать, что Шойгу – это его... Значит, вспомните хотя бы их совместный отдых в тайге. Шойгу – это член самого близкого внутреннего круга, которым дозволяется все, и за коррупцию таких людей не наказывают. Это, вот это, то, что их начинают наказывать за коррупцию, это значит, что появились какие-то другие, не связанные с коррупцией, более серьезные, более системные политические претензии значит, к министру. Значит, стоит обратить внимание, наверное, на то, что эти новости об арестах в атаке на Шойгу пришли сразу вслед за новостью о том, что американцы выделяют Украине большой объем помощи.
украинцев теперь появится вооружение. Если до этого у Путина на протяжении полугода, простите, могло быть ощущение, что значит, ну, можно вот, так сказать, воевать примерно так, как мы воюем сейчас, да, скоро у украинцев совсем оружия не останется, и тогда мы их, так сказать, голыми руками возьмем. Вот. То теперь эта иллюзия исчезла. Значит, как минимум до конца года у украинцев теперь оружие есть. Это значит, что все топливодвижение российской армии, хотя бы и медленное, но тем не менее имевшее место в последние полгода, значит, застопорится, а может быть даже и покатится назад. В этой ситуации, значит, рассчитывать на то, что можно, ничего не меняя, добиться такие победы, вот, ну, все, исчезает эта иллюзия вот сейчас, прямо в это время. Возможно, именно это вот сработало в качестве триггера, да, то есть чекисты, которые всегда работали против Шойгу, тут есть и давняя нелюбовь между Патрушевым и Шойгу, есть еще и фактор институционального противостояния армии и чекистов, которые всегда было, в общем, еще даже и до революции, и при советской власти это тем более было, ну, вот такой институциональный конфликт. Чекисты же везде ищут измену, в том числе в армейских рядах, в первую очередь в армейских рядах. Вот. А армейцам такое не нравится. К тому же сейчас между ними явное противоречие по вопросу о том, кто виноват, что они так плохо воюют. Вместо того, чтобы взять Киев за 3 дня, значит, топчут уже 2 года. И, значит, тут поиск крайнего, да? Значит, чекисты говорят о том, что это армейцы у нас такие вот плохие, значит, все развалили, разворовали, так сказать, да, и им надо... Крайне важно, чтобы реабилитировать себя в глазах Путина за свои провалы, показать, что вот у армейцев все плохо, все разваливается. Армии, наоборот, крайне выгодно показать, что мы бы победили, но они же нас снабдили неправильной развединформацией, они же нам рассказывали, что нас встретят там цветами, так сказать. Вот. Мы что, поехали, играя на гармошках, так сказать, сидя на броне, а нас встретили вместо цветов джавелинами. Мы этого не ожидали, вот из-за этого у нас... проблемы лучшей части, так сказать, полегли там вот в этот самый момент. Ну вот, то есть там Простите, пожалуйста, я вас перебью. Да. Мне просто хочется понять, вы считаете, что это Путин таким образом избавляется от Шойгу, а не, например, там башня Чемизова или башня Патрушева избавляется от конкурента? Нет, это башня ФСБ избавляется от того, кого они не любят. Башня Патрушева-ФСБ, я бы так сказал. Вот. Но у Путина появились какие-то свои претензии, да, к Шойгу, потому что, ну, Путин, перед ним нет задачи подыгрывать, так сказать, Патрушеву во всех его играх там, или чекистам. Да. И долгие годы он, так сказать, их нелюбовь к армии, к Шойгу, так сказать, осаживал, вот, держал, так сказать, на поводке, а теперь с поводка спустил. Поэтому у Путина есть какие-то свои резоны, и это могут быть, во-первых, как я сказал, понимание, что теперь, когда у украинцев появляется оружие, воевать со старым КПД, так сказать, не получится. КПД должен расти. При нынешнем руководстве Минобороны этого, очевидно, не произойдет. И, может быть, Путин понадеялся, что вот у него сейчас, значит, ну, он найдет кого-то более эффективного. Хотя, конечно, здесь есть большие вопросы, потому что неэффективность армии, конечно же, не связана с фамилиями там, Шойгу или Герасимова. Вот. И поэтому придет там Дюмин, например, ну, его называют в качестве потенциального сменщика. Придет, например, Дюмин, вряд ли он что-то сильно лучше сможет сделать, потому что проблемы носят институциональный характер. Они связаны с неэффективностью режима в целом. Да? Там вот персональными заменами. Как говорится, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты не годитесь. То есть это уже не уровень персонали. И поэтому придет Дюмин, и ничем он ситуацию не улучшит, а имея, значит, еще в виду фактор появления у украинцев большого количества оружия сейчас, значит, мы можем ожидать, что наоборот даже ситуация ухудшится, и тогда Путин вообще в дурацкой ситуации окажется. Получится, что при старом министре, при Шойгу, так сказать, куда бедно научились воевать и даже наступали, а вот Путин поменял Шойгу, прислал нового, и все, мы застопорились или даже отступать начали. То есть явная ошибка тогда, да, то есть Путин оказывается, значит, ну, дурацкой ситуации, зачем ему это, так сказать, надо. Поэтому убрать-то Шойгу легко, вопрос потом, что делать с этим, ну, там, что делать дальше, потому что улучшить ситуацию Дюмин, скорее всего, не сможет, может быть, даже она ухудшится из-за, повторюсь, появления оружия у украинцев. И
Самое главное, что ты не сможешь его наказывать, ты не сможешь его уволить. Ты становишься заложником, в принципе, нового министра на как минимум год, а то и два. Потому что ты же не можешь каждые полгода менять министра обороны в разгар войны. Это же однозначно будет прочитано как свидетельство того, что у тебя истерика, ты не знаешь, что делать. Ты, значит, там судорожно переставляешь людей, пытаешься свалить ответственность на подчиненных. Ну, это такой вот, знаете, как кадровая чехарда поздней ельцинской эпохи. Вот. И для Путина это серьезная политическая проблема. Зачем ее создавать своими руками? Вот, в общем, смотрите, Ирина, я попробую сейчас суммировать все это. Значит, конечно же, Шойгу резко ослабел. Атака с двух сторон говорит о том, что его котировки в глазах Путина резко упали. И вполне возможно, то есть я шанс этого оценивал выше 50%, что он все-таки своей должности лишится. Но есть обстоятельства, вот я их только что сейчас перечислял, которые позволяют предположить, значит, то, что, может быть, все-таки он усидит в таком вот ослабленном, иссеченном виде. Когда-то Сталин тоже любил, значит, арестовать там окружение и даже членов семьи кого-нибудь из своего ближнего круга, а его самого оставить и смотреть, как тот будет работать. Вот такой. Путин тоже превращается в такого, знаете, престарелого диктатора, и, может быть, у него такие сталинские замашки тоже появляются. Такой же кровавый диктатор. И очень коварный мужик, надо сказать.